Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Франсуа Паскаль Симон Жерар. Рейхсграф Мориц Кристиан Фриз с семьей. Написано около 1804 года. Холст масла 223/163. Франсуа Паскаль Симон Жерар – один из самых блестящих портретистов наполеоновской эпохи. Был учеником знаменитого Давида. К числу его наиболее значительных и до сих пор не потерявших своего обаяния работ принадлежат изображения некоторых знатных лиц. Картина из этого числа – семейный портрет графа Морица Кристиана Фриза с женой и ребенком. Граф был большим ценителем и знатоком искусства. Он владел богатейшей коллекцией шедевров живописи, дружил с великими Гёте, Бетховеном, Шубертом. Супругой Фриза являлась принцесса Вальденбургская Мария Терезия. Художник пишет лица с нежным румянцем, муж и жена буквально пышут здоровьем и юностью. Возникает впечатление полного благополучия аристократов. Ну, вот такое описание нашел в картине «Рейхсграф Мориц Кристиан Фриз с семьей» художник Франсуа Паскаль Симон Жерар. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».